болельщики получат удовольствие и вспомнят те года, когда Динамо Киев выиграла трофеи, Кубок Кубков, Суперкубок, и чемпионаты Союза, и Украины, и все остальное. Поэтому приглашаю всех на стадион. Приедут очень много ветеранов Киевского Динамо, и которые будут, покажут свой уровень на сегодняшний день, который есть. Конечно, скоростя не те, но самое главное — это футбол, который объединяет все.